Я пока раскачался, пока покушал, уже время час, вообще никуда не успел. Я как помню, это были майские праздники, все типа с общаги разъехались. И мы, короче, залезли через забор, через пожарную лестницу. Которую вы сняли? Да. Потом... Вау! У нас целая компашка, да? Это все Skulking Team. А, нет, Skulking Team тут только три человечка. И один на... Я, кстати, хотел, думал, заявиться, что ли, под Skulking Team. Тебе пофиг. Блин, я помню эту местность. А, это вообще же жопа. Все, пока. Ты сможешь. Есть что? Готово. А бумага. Ты такой дурак. А бумага, это деньги. А это гели. Мы руки не пожали, нам не разбили, не считается. Нам там получается? Здорово. Бежишь? Да? Здрасте. Здрасте. Можно карточку, может так, 504. Что-то вытяжка, я что-то погорячился, что я тебя на финише угоню. Ладно, пропущу тебя. Давай, каждый подходит делать прогноз. Коэффициент у букмекеров зашкаливает. Думаю, что Антон даже не в тройке будет. Роберт опять повезет. Ну, Андрей последний, 100%. А я пройду средненько, и мне понравится сегодня дистанция. Так, самая основная задача перед стартом. Сходить в туалет. Ну и найти кафешечки. Смотри, что вижу. Ага. Вот мы и когда... Снимем. Контрольный пункт. Мы его сняли, мы его сняли. 9. Не везет на КП, так что беги со мной. Короче, что нас сегодня ждет? Вот это обычная карта ориентирования. И радиус... Я не помню сколько, вроде бы... Короче, радиус КПшки маленький. Сегодня радиус КПшки будет примерно вот такой. И КПшка может стоять в любой... на любой точке карты. То есть мы должны сбежать в район КП, и дальше уже кому как повезет, кто как правильно выберет место расположения пункта, и мы должны уже найти, кто первый. В этом весь прикол этого старта. Вот. Второе место на прошлогоднем Сусанине. Я сегодня сделаю опровержение своего лидерства. Сегодня я выиграю. Для меня всегда второе место означало мало. Я всю жизнь рос, чтобы выигрывать Сусанина. А что ты скажешь об этих? Это мешки, которые сегодня даже за паровозик за мной не успеют. Так, паровозникам сегодня не место. Паровозникам сегодня не место. Это вот ему скажи. Я никогда не сидел. Да-да. Так, Ника, берите, давай. Держите. А последнее, оно нормально стоит. Его финиш. Очистку все сделали. Из машины. Стой. Главное поляну выбрать. Поляна моя будет. Моя. Роберт, ладно тебе, ладно. Все, веселуха пошла. Ладно, Роберт, можешь пешком идти, не выпендривайся. Кажется, кто-то обнаружил пункт и начал кричать. Yes.
Минус один. Итак, мы нашли пункт номер два. Пока что я в тройке. Отлично. Так, я услышал. Да! Крики напарника, который зовет меня. Да! Все молодцы! Номер три. Минус три. Спасибо Андрею за помощь в поиске этого пункта. И снова нас выручает благородный товарищ Ульдян. Вот спасибо. Номер 42. Наш! Догнали, и нас догнал Хайдар Загрипов. Вот нас уже трое работает на дистанции. Бежим на шестой пункт. Итак, у нас пошла финишная часть дистанции. Теперь я вырубаю камеру и работаем. Лишняя заруба. Догонять надо, Андрей. Да. Блин, я. А Ильдара не было? Да! Фиш! Ужас! Ну да? Все окей! Да! Блин! Мне бы чуть побольше финиша, я бы, наверное, обогнал. А ты отметился долго, я тебя на отметке убрал. На той-то? Да. Вот, нет, на 90. Ну да, убрал. Да. Я тебя как раз ломанул, типа, еще тебя толкнул чуть-чуть. Я быстро отметился и ушел. У меня, блядь, чип включался. Не, мне надо было вот от того КП убегать. Ну ты хорошо за мной бежал. Конечно. Еще что-то говори. Я все проверил, я вас здесь обогнал как раз. Да. Я вот здесь залетел, я вот сюда вот вышел куда-то. Вот сюда вышел. Короче, да. Втрое вот так в ряд вышли и взяли быстро. Вот здесь ты убегал от нас вперед. Я вот здесь, я вас видел, что вы здесь тут. Сверху. Да, мы здесь очень хорошо полазили. Да, и потом что я вот здесь хорошо полазил потом. Да. Я по канаве прошелся, потом здесь. Так, короче, обошел, нет ничего. Ну, вот потом вокруг, короче, вот так вот прошел. И по внешнему кругу пошел еще, короче. Что? Все, не видно. Да. Он меня прям на отметке убрал. Мы вместе прибегаем. Так это знаешь, как бежит? Вот так я бежал. Вот так. Ну что? Гонка прошла хорошо, да. Отработали командой. Помнишь, я говорил, что я тебя в гони на финише не получилось? Я еще вот здесь, короче, пошел напрямую. Вообще жопа. И, короче, вот в этом месте, здесь бурелом, я там ударился так больно, короче. Я вообще прям упал. Ну, точнее, ударился такой. Могу прям вообще так на коленке встал. А мы, кстати, так быстро мы взяли вот этот КП, прям четко на него вышли. Вот на седьмой. Мы прям выбежали и сразу зашли. Вот сейчас нормально, я не знаю. Я упал пару раз. Мне тогда на Халыске на ПФО я тоже ударился там. Травму. Мне когда ударился, что? Нормально было. Да. Когда разогрел, вот здесь мы хорошо помог вот здесь. Потом что на здесь спальцы на крыльях гибает. Нет. Антон! Спасибо. Сегодня будем праздновать на вечер. Так это же идеальное свидание у вас сегодня будет. Конфеты и шампанское. Водку с энергетиком. Роберт бежит! Роберт, финиш! Финиш, Роберт! Давай! Финиш! Как раз к розыгрышу успел! Странно.
Живой. Ты выиграл? Да. Серьезно? Красава. Сейчас розыгрыш будет. Роберт, ты выиграешь. Последний. Я должен что-то выиграть. Да блин, да что такое? Я ни разу не уехал. Блин, на старте. Это я! Это я! Наконец-то что-то выиграл. Игорь, беги сюда быстрее! Мы сегодня все призы заберем. Последняя банка, кому она достанется? Сами везучий человек. Петров Олег, я же говорил! Все призы забрали. Сразу хорошо. Спасибо большое за проведение соревнований. Семье Цуриковых. Миша, привет. Поехали мы сегодня пить шампанское с энергетиками. Давай сильно напьемся. Не, сильно. Оу май! Ну поесть нормально. Ну поедим и поедим. Ну я бы мог есть сейчас.